голой пятой точки или она всегда выразится? Полностью. И попрыгать 10 раз. Я тебя уделаю стопудово. Клочья свои кроссовки. Готов на себя взять ответственность за все это. Так, подождите минуточку. Контента. Мы подняли призовой фонд в 3 раза. Теперь наши участники в финале будут бороться за 300 тысяч рублей. Ожидаем ожесточенную битву. Знакомимся с участниками. Правила игры. Участники сидят за столом и загадывают друг другу по часовой стрелке абсолютно любые... 300 тысяч, представляете? Мало, это мало, да, но это больше, чем 30 тысяч, например. Привет, Лука. Прошлый донат чуть ли не дошел. Недавно начал мышапу выкладывать. Если хочешь, можешь глянуть и выдать свою экспертную оценку. С юбилеем. Ремастер, спасибо тебе большое, но я, если что, я за донаты не оцениваю видосы. Бля, надо в Danish Alerts добавить, что за донаты видео не смотрю. Задание. Вредить здоровью нельзя. Но если вдруг один из участников не может выполнить задание, то его должен выполнить тот, кто его... Бля, что значит вредить здоровью нельзя? При этом люди жрут лимоны, луки целыми головками, чесноки, короче говоря. А это тоже определенный вред здоровью, загадал, не? Загадал, и если он не смог этого сделать, он покидает игру. Мокрот сожрать, это разве не вред здоровью? Вред. Волосы сожрать? Вред. Плеткой отхуячить себя в спину. Вред. Да вообще все вред. Все, что здесь есть. Второй раунд. На столе появляется реквизит, а игра меняет свое направление. Каждые 30 минут... Яйца лизать вред. Ну, если это эти яйца не мытые, конечно, наверное, это вред. Тут за столом будет... Сырое мясо жрать. Вред. Появляется коробка со специальным заданием от меня. Да давай уже. Самары, чтобы проверить себя. Бля, ну тут девочки, кстати, мясо. Сейчас посмотрим, как девочки играют, ребят. Кто жестче у нас? Кто более жестокий, мальчики или девочки? Всем привет, меня зовут Настя. Я пришла просто провести прикольное время. Всем привет, меня зовут Аня. Я приехала из Питера за эмоциями. Всем да мне похуй, кто откуда приехал, давай уже. Уже 5 лет снимаем этот шедевр. Снимаем вместе с вами и вместе с вами. Ребят, я вас поздравляю, ну черт возьми, давайте еще разочек. Настроение, как будто у меня день рождения. Серьезно. Во-первых, некоторые изменения. Много девушек. Ребят, мы решили в 5-м сезоне сделать 8 участников. Это значит, что... Похуй, погнали. Потому что пришли сюда. Бля, Габар, можешь звук поправить себя в видосах? Чё он такой то тихий, то громкий, я не понимаю. Ты не сможешь простоять в планке 1 минуту прямо на этом столе. Пока тухло. Пока такой себе полная хуйня. Минута? Минута. Я смогу это сделать. Обожаю, обожаю это... Потому что я помню, когда парни играли, там было примерно такое же задание стоять в планке, но голым полностью. А здесь? Спортивные задания. Хуйня. Конечно, когда мы видим 8 шикарнейших девушек, что хочется первым делом загадать? В планке, блядь, постоять. Как только встанешь, я стартую. Поехали. Попу чуть пониже. Как вообще, в планке стоял до этого? Да, конечно. То есть прям уверенно отстоишь, не проблема, минута. Минуту хуйня. А рядом со мной? Ну, довольно, довольно много. У меня рекорд был 3. Я вам говорила разминаться. А потом руки трясутся. Да. 20 секунд. Просто представь. 49 секунд. И она падает. Не, я не нагнетаю. Просто я получаю удовольствие от того, что я делаю. 40 секунд. Да херня полная вообще. 45. Даже я бы смог. Держаться! 50 секунд! Азиатки запрет кидать. Да мне похую, господи, осужу, осудю и все. Хорошая. Ты ебали, азиатки, азиатки. Хуй с ними, пошли они нахуй. Начало 5-го сезона. Осудю. Выполненным задание. Минута. Ну и задание, конечно. Ты не сможешь снять свои носки и засунуть их себе в трусы, именно в...
Девочки, вы как думаете, это жестко? Вы бы смогли свои носки засунуть себе в вагину? Ну как, я не думаю, что прям полностью именно в трусы имеется в виду. Наше любимое место всеми. Я смогу это сделать? Так же можно молочить. Нет. Вы бы сказали нет. Медик за столом. Все об этом знаете. Извините, я душнила. Я не брезгливая, я просто предупреждаю людей, что им пизда. Всем нам. Все так пизда. Продолжение в Телеграме. Это вредно. Ну там же не шла речь о том, чтобы прям туда, внутрь. Удобно? Мягко. Спасибо, боже мой. Я смогла это сделать. Блять, просто в трусы засунуть, камон. Ты не сможешь облизать подошву моего кроссовка. Давай. Давай. То есть в гримерке мы такие зайки? Да. Сейчас лежи мою подошву. Полностью? Ну ничего, я думаю, девочки разыгрываются. Сейчас у них появится ненависть друг к другу. Они будут такие вещи, блять, загадывать. Прям от конца и вот сюда кончиком языка можно. Блядь, кончиком же можно было. Там след просто. Я смогла это сделать. Ты не сможешь сейчас раздеться полностью и попрыгать 10 раз. Блядь, тут не хватает реально жестких пацанов. Я не смогу это сделать. Чего, блядь? А... Как-то? А чё сложного-то? Подожди, ты зачем пришла на шоу Габара тогда? Не сможешь? Не смогу. Но я смогу. Опасно. Не понял. Я, может, чё-то не понял? Во-первых, мне нравится спортивное здание. Я только что ботинок облизала. Языком. Слушай, ты еще и попрыгаешь сейчас? Да. Как так? Я бы с радостью, но, блядь, по-моему, типа, первый круг, мы еще даже, ну, до нее... То есть во втором круге ты бы разделась? Честно? Или ты бы почувствовала вкус азарта, да? Что-то такое, войти в игру, разыграться... Опять-таки, и... все возможно, но... Но не сейчас. Если не хочешь, то зачем ей унижаться? Тогда у меня вопрос, зачем ты вообще пришла на игры Габара, блядь? Мы с вами прекрасно видели, что тут происходит. Если ты даже раздеться не можешь, тебе явно нечего делать на этой игре. Ну, типа, вообще не нужно сюда приходить. Как бы, блять, алё. Сейчас. Типа, тут даже нет возможности как-то проявить себя. Но это твое право. Самое главное в этой игре вовремя сказать «нет». И по правилам нашей игры, если ты отказываешься от задания, то человек, который его загадал, должен его выполнить. Ты готова выполнить задание? Я да. Блин. Сиськи на габарабане! Ребяточки, вы знаете, что времена максимально непростые, это не реклама. Подождите. Я как бы и подумал и решил вас дико порадовать. Ну и сам, почему бы не создать свой OnlyFans? До свидания. Это что сейчас было? Ой, бля, нихуя. Ты не на скорость. Не на скорость. Не на скорость. Покажи, где? Все, она прыгает. Пиздец. Красотка. И красиво, да? Да. Пиздец сексуальная. Была бы я мужиком, я бы ее... А вообще быть мужиком? Во-первых, шикарное, красивое тело и очень красивые прыжки. Молниеносный первый раунд заканчивается. Привет, ребят. Да, я знаю, я красава. Это, кстати, факт. Выбиванием, заданием на раздевание. К сожалению, мы не узнаем. Да, я красава, я знаю. Что ты думала, ты?
Она, как я понимаю, ты несколько раз спросила. В смысле, ЧСВ, блядь, вы сами говорите, я что, не могу это подтвердить? Что можно с собой, то, что принесла и так далее, то, что принесла. Ну да, красава, и че. А я знаю, что ты наверняка понесла что-нибудь. Так, одна только что вылетела. Оборудование. Но... Вы тоже красавы. Особенно, если вы пришли, ну, типа, там, рейд, вся фигня, вы пришли сюда. Если вы сейчас останетесь, вы красава. Если вы уйдете, вы, блядь, хуй путала. Хуй путала, короче. Полная. Тебя просто-напросто выбили чужие сиськи. Спасибо, что пришла. Ты проиграла. Но нахуй. Я не получила, к сожалению, абсолютно никаких эмоций, только негативные. Несколько... Нормально у нее. ВК, гроза мудаков. Колет пыталась сюда попасть, попала. Ничего, в следующий раз приду еще. И всех разъебу. Не надо сюда приходить, если ты даже не готова, блядь, раздеваться. Не надо вообще. Как жаль, как жаль. Такой потенциал, такая хорошая девчуня. И небольшой спойлер. Вы еще обязательно увидите ее в следующих выпусках. Опа. Ну и также хочу напомнить, что все, что заблюрено, все, что вы хотели бы... Я знаю, блядь, в ТГ. На мой ТГ лучше подпишитесь. Ой-ой, саранча или что это? Ой-ой, ой-ой. Ну, блядь, ну тут червяки уже задолбало. Что-то новое бы придумали. Ой, блядь. Ты огромная молодец. Практически элементарным заданием. Огромная. Быстро завершила первый раунд. И прямо сейчас с тебя начинается второй раунд. Ты не сможешь съесть, ну, хотя бы половину горчицы. Я смогу это сделать. Ну, а давайте отмерим количество, чтобы нас всех устроило. Ребят, горчица реально просто лютейшая. Вот пришло время интимных бесед. Я люблю... С медом? Я не обратил внимания. Если с медом, то изи. Наверное, я не знаю. Я беру уксус, размешиваю там горчицу, и получается ядреная штука, которую я просто обожаю. В комментариях, пожалуйста, прямо сейчас напишите, а какой соус вы предпочитаете к пельменям? Это количество устраивает? Я люблю просто сметанку и все. Без какой-либо горчицы и прочей херни. Мне просто, ну, острое не рекомендуется. Я люблю острое, но не стоит, наверное. Поэтому я так чисто сметану наверну и все. Сейчас я хочу сделать вот так. Как? Сравнить, типа. Ну, логично. Он тоже захавает, что ли? Похоже на столько же? Да, похоже на говно. Похоже на говно. Так вот. Ты выбираешь любую кучку. И если вдруг ты не справишься, тебе придется есть вторую кучку. Я желаю тебе удачи. И самое главное, что... А, понял. Накинуться и сожрать. Поехали! Накинулась и... Хорошо. Бля, вот эта кучка, по-моему, была чуть-чуть поменьше. Я бы ее сожрал. Ой, дура, она неправильно делает. Надо было взять в руку всю кучу и резко полностью в рот. А она не накинулась, она язычком так... Блядь, по чуть-чуть. Хорошо. Жестче будет, будет сейчас вся в слезах. Красота, господи. Были сиськи, сейчас слезы. Чуть-чуть дальше, и вы увидите кровь. Ну и... Да что ты делаешь-то, господи, блядь. Хорошо. Тебе же сказали накинуться и глотать. Не, ну задание легкое. Вон можно мазиком еще закусить. Я, кстати, первый раз было сложно, сейчас будет полегче. Не, задание хуйня. Она бы хотя бы дала время, типа, ты не сможешь за минуту, предположим, да? Я смогла это сделать. Ты не сможешь съесть... Нет. Двух кузнечиков без времени. Почему без времени-то, господи? Я смогу это сделать. Надо что-то сразу... Ой, что за тетя-матютя, а? Что-нибудь. Нет?
Давай я руками тебя разломлю их. Да руками а ты съешь. Да, одну достань. Нет. Тихо. Они туда чисто похавать пришли, вот, понятно. Расти, Йодо, спасибо большое за переподписки. Блин, кузнечку держать. Держи. Тихо. Так, еще один, да? Он двигается, шо? Блядь. За что, кузнечка? Ладно, умер. С огромным удовольствием советую тебе это съесть, но самое главное, ты не можешь есть лапки. Потому не что лапки просто-напросто порвут тебе пищевод. Я поняла. Ну, в принципе, после этого предупреждения можешь съесть и лапки. Так, а мне надо лапки им оторвать. Не двигайся, пожалуйста. Блядь, ты умрешь, нет? Заебал. По сути, тут есть-то нечего. Я ему сейчас все оторву, блин, и все. Точно мертв? Сейчас, подождите. Накинулась! Ладно, все! Глотай! Я смогла это сделать. Ой, хороша! Красота! Ты не сможешь выдержать 5 моих ударов по своей миленькой пятой точкой голой. Голой пятой точки или она всегда должна раздеться? Не, голая нет, пятая точка. Уточнять. Вот, я и уточняю, потому что тут, во-первых, все я ребята напряглись. Я пришла сюда за эмоциями. И в принципе, подожди. Я пришла сюда за эмоциями. И, в принципе, отпороть девушку и красиво уйти, это я могу. Ты смотрела игры? Да. 5 сезонов? Да. Тут дохере еще выпуск. Едят, отжимаются, раздеваются, покрывают дрель. Я тебя вижу, бля, парня-пармян, на этой смотри, я так понимаю, ты пришла сюда, ты бы не сбрила волосы. Ты бы не сделала, получается, ни черта. Ты могла максимум сожрать таракана, да. Печень. Если ты не можешь, блядь, позволить себя отшлёпать, что ты пришла тогда? Давай. Вот, блядь, да я прошу, а вот предыдущая девка не смогла даже раздеться, что пришла тогда? Тот же вопрос и ей. Почему ты ей не задал этот вопрос? Давайте дадим ей подумать, просто понять. То есть она сейчас отказалась, типа, или что? Для чего ты сюда пришла? И что ты кому хочешь доказать? Тишина! Полная! Все, кто скажет хоть слово, покинут игру. Минута пошла! Бля, да не больно это даже, ну. Жопа волосатая. Так тем более еще проще будет, мягче, скажем так, удары. Просто понять, а в каком вообще мире мы живем? Мы живем в постояннейшей суете. Мы живем суета. В поисках классической работы. Нет. Чтобы копить на постоянный отпуск. Спасибо. А почему сюда приходят люди? Потому что они не могут вне получить эмоции. Прямо сейчас прошла минута. Твой ответ. Но! Мой ответ, я не смогу этого сделать. Ты должна сделать сама это задание. Оперный театр. Я надеялась, что там стринги. Блять, жопа. Опять на камеру. Вложи всю душу! А? Раз. Твою мать! Жёстче! Ой, хорошо! О, это шляпа! Ты даже уйти красиво не можешь! Готова? Да дай последний за все силы! Ты можешь ударить так,
чтобы ты ударила, ушла, а она до сих пор, блядь, трясется. Дай покажу, блядь. Ай, блядь, это не жопа. Это была не жопа, блядь. Да, блядь, а в чем смысл задания? Типа, надо было уточнить, что ты не сможешь, например, выдержать эти удары, не закричав. Как вот было в прошлом выпуске, когда там мужику сказали, ты не можешь кричать просто вообще, в принципе, какие-то звуки издавать. А это стоит... ебать, хуя! Блядь, ну не задание, а хуйня пока что. Я расстроен. Нет. Контентом я, конечно, доволен. А я-то как? Не могу, это будет неправда, если я скажу. Но... Похуй. Поехали. Встал реально важный вопрос. Иди со своей рекламой. Ой, ой, бля, прикиньте, сожрать этого паука. Блядь. Это пиздец. Вас осталось 6 человек. Это размер классического стола, в котором мы только начинаем. И именно с этого момента наши съемки занимали около 14 часов. Вы находитесь, блядь, у меня в чертовом плену. До тех пор, пока... Я с трудом вчера 12 часов отстримил, а они 14 часов снимают. Вы не уничтожите друг друга. Итак, ты прямо сейчас задаешь задание в противоположную сторону. Поехали! Ты не сможешь выпить глоток лимонной кислоты. Блять, давай задание какое-нибудь. Ты не сможешь дышать. Смогу. О, ебать, я выполнила задание. Пиздец, глоток. Когда мужики играли, там было задание выпить всю бутылку, нахуй. Тут глоток. Да я это делал, блядь, случайным образом, конечно. Но я это делал за бесплатно. Пизду, блядь. Да, там еще и за 30 секунд было. Я смогу это сделать? Не могу. Ну, конечно, она сможет это сделать, блядь. Как сказать, ты не сможешь выпить воду, блядь. Ай, бля. Ну, в чате кто-то просто так эту хуйню пьет. А, сейчас даже бутылку нет, открыла. А это кумыс или чё? Я никогда не пила, кстати. А кумыс или чё? Полный рост прям или? Глоток. Ну, глоток, господи. Акриловая краска. И чё? Наверное, одно из самых жестких зданий. Не знаю, как ты справился. Бля, даже Габар просто в ахуе ходит, такой думает, блядь, они мне портят выпуск. Что они нахуй делают? Как им намекнуть, что надо жестче? Крейзи. Этого тухлого леща от головы до хвоста. Кто сказал, что он тухлый? Что, блядь, произошло с третьим раундом? Ну, пиздец. Я это могу сделать. Давай, давай. Да, блядь, любой это может сделать. Да, я не отменяю твое задание, естественно. Я просто бомблю. У меня есть такая функция. У меня тоже бомбит, блядь. Я бомблю здесь отсюда? При всех. Я бы сожрала его полностью, нахуй, целиком. Ты Она меня бесит, вот это вот, в очках, которые. Призвал до этого лещей. Я начала только. Кроссовок, да, согласен. Я надеюсь, ей реально дадут задание сожрать леща, блядь, полностью. С душой. А я не получала, я всегда всем леща даю. А она накинулась и сделала. Хорошо. Аплодисменты. Ты не сможешь съесть этот лимон, половину этого лимона с кожурой. Я смогу это сделать. А для чего вот эти все задания? Для чего задания? Бля, почему половина-то? Они даже время не указывают. Типа, ты можешь его жрать хоть весь день. Растянуть удовольствие, скажем так. Попрыгать голышом. Она сидит спокойно, блядь, она даже не торопится. Чего это, чтобы потом... Я говорю, они пришли сюда похавать. Лимон загадать съесть. А посмотрите, что здесь происходит. То есть, получается, дружеская атмосфера настолько присутствует, что никто не хочет касаться таранта. Не надо. Есть тарантула, да. Тебе загадают задание, потом ты загадаешь задание.
все пауки ядовиты. И яд по-разному действует. Поэтому я предлагаю включить фантазию. И надо загадывать, знаете, какие задания, ребят? Это сидит уже просто так пьет эту хуйню. Кому-то, у кого-то задание было, а это просто так. Решила попробовать. Которую вы на грани сами можете выполнить или не можете. Вы должны в этом сомневаться. И... О, она еще второй. Понравилась. Кому-то из вас выпадет коробка. Бля, чисто в чайхану пришли посидеть. Коробки есть. Как? Личные задания, так и групповые. Бля, она уже третий глоток делает. Где каждый игрок должен выполнить, блядь, они четвертый. Они едят лимоны, они развлекаются. А я знаю точно, что в конце игры они все будут плакать. Я смогла это сделать. Да я думаю, если загадали бы, ты его разом в рот бы засунула, лопнула и проглотила бы. И вопросов бы не было. Мне не нравится. Мне тоже не нравится. Не нравится ход игры. Ты не сможешь любым способом разорвать в клочья свои кроссовки. О, бля, похуй, сука. Бля, как она меня раздражает. Что с ней? Она вообще адекватная, нет? Я думаю, она не сможет это сделать. Так, чтобы ты не смогла в них никуда уехать. Давай, сейчас. Ну опять же, видите, время не обговорено. Она может сейчас 2 часа их рвать. Да похуй, поебать мне. Бля, как, сука, я не могу. Я не знаю, ты как бы накинулась. А, я дед присел. Просто так качать, что ли? Зубами, зубами, как хочешь. Блядь, зубами точно. Зубами, зубами. Блядь, я с ней, блядь. Подошва зубами разгрызай. Ну нахуй не. Сейчас сама разорву как-нибудь. Именно поэтому я очень настаиваю всегда на времени. Это важный момент. Я не говорю там говорить 5 минут или 10, но даже 20 минут уже ограничивает во времени, и человек напрягается. Да, бля, пиздец напрягает, когда, блядь. Боже мой, что с ним? А, бля, нахуй, бля, ебать, бля, бля, блядь, 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 нахуй, блядь. Ебать, бля, блядь, нахуй, блядь, ебать, ебать. Хуйня происходит. Блядь, нахуй, ну и хуйня. Так, ребята, внимательно наблюдаем и смотрим. Никаких праздных разговоров. Первый изжог пошел. Вот оно! Вещи — это хуйня! Лучше вещи рубут, чем очко мое. Сори, что я постоянно на паузу нажимаю, но мне нужен тоже какой-то... Давай! Куда там утреснул ты? Да подожди! Я... Хочу начать с этого. Бля, заебал ты, сука, ля, гандон ебаный! Я надеюсь, это не мне. Иду по хуну, нахуй! Да, бля, вся Москва тут, бля, ходила. Ребят, я без понятия, бля, сколько, что блядь, происходит. Я яйца, блядь, пинала, нахуй. Вся Москва в них ходила, сколько яйца она пинала. Что? С этими, бля, кроссовками. Ну, ты пинала? Больше 3. Я, бля, вот ногтями, нахуй, в яйца, сука, заходила и, бля, сжимала их, нахуй. Бог ты мой. Свежий выжатый сок. Яичный, получается, яичный сок. Да, бля, потому что они хуй доставали, клали на стол. Я такая, нихуя себе, бля. А что это за история? Кто клал? Бля, все нахуй, бля. Таджики, кыргызы, нахуй, бля. Куда? Подожди, на какой стол? На обеденный? Да, бля, просто хотели мне всунуть. А я им, бля, в яйца, нахуй, ебашила, и, бля, тянула, бля. Рвала, нахуй. Чего, блядь? Я в ахуе. До крови. Все считают меня отбитым фриком. Так вот, блядь. Я сосунок. Блядь, ну, не могу надеть, да? Не могу ходить. Я точно знаю, что не порвала ничего. Подошву хотя бы порвала. Ты вообще ничего не разорвала. Да, блядь, я вот язычки. И все, люди, которые выживают где-то в пещерах и в камне, блядь, в каменных тюрьмах, блядь, руки себе в кровь раскуячивают. Представь, что это твоя еда последняя. Что это? Давай. Да, бля, мне так похуй, я все равно я тебе на них. Ничего, 2 минуты, я сам дам время, потому что мне не нравится ход событий. Меньше разговоров, больше дела. Кроссовки должны быть изорваны. Ты давно? Да. Жесть. Где самая длинная хуйня?
заебал, нихуя не режет, сука. Бля, я вся в крови. Саму подошву лучше. Да, бля, нихуя не режет, сука. Я хочу, чтобы ты разорвала подошву напополам, а далее просто сам кроссовок. Давай, накинься, черт возьми. Тебе что, показывать это? Габар ее сейчас сам порвет, мне кажется. Да, бля, нихуя, сука. Да что, нихуя, ты что, порвать не можешь кроссовки свои? Да, бля, не могу, сука. Давай, блядь, вот это... Сука. Мы на это не... Бля. Бля, Габар, ты-то что делаешь, ебаный рот? Просто давай хавать ее тапок, бля, я вообще в шоке. Ой, бля. Подписывались, да, ты что помогаешь? Давай, нельзя. Рыли, да они точно идут. Внимание, я запускаю таймер. 10 минут тебе хватит? Да. 10 минут. Ты должна выдохнуть, должна включить голову, должна думать. Просто ковырянием зеркала ты не стекла, ты ничего не добьешься. Вы же сказали только разорвать, чтобы я не смогла на них ходить. Какого хуя должна, бля, подошвы рвать? Задание звучало порвать кроссовки в клочья. Но да. Человек, который загадал задание, его устраивает. Просто если да, ты да, порвешь да, меня подошву. Да, бля, похуй. Если я разъебу кроссовки, я уже разъебала. Бля, какого хуя я должна была ходить? Нет, вот это не считается. Ты в них можешь ходить. Я ты смогу с ними нацепить, ходить? Как тапки, как пойти? Я буду? Ты можешь шнурки навязать туда и все. Послушай, да, бля, шнурки, давай я сейчас порву их. Да, твоя задача сейчас порвать подошву. Да, сука. Блядь, нихуя. Ты у них толстые, сука, подошвы. Меньше разговоров, давай делай. Бля, да, мы блядь, сама сделай нам. Ты не... Бля, мы по... Что? Сама делай, бля. Отказываешься? Сама делай. Рви подошву. Это отказ от задания, потому что задание, кажется, нашей участнице невыполнимым. Бля, китайский. Итак, кроссовки, конечно, можно. Поехали. Давай я разорву твои кроссовки, а не свои. Да, они сейчас все свою обувь порвут. Сколько минут? 5 минут после твоего я запускаю таймер на 10. Ты еще разорви, как я. Мы внимательно все смотрим. Если так, я тоже разорвать должна. Если кому-то покажется несправедливым... Тишина! Разорви, блядь, ты меня слышишь? Да. Если ты думаешь, что я на ее стороне, ты полностью ошибаешься. Да не, я не думаю так, конечно. Если ты увидишь, что кроссовки изорваны в клочья, ты сама скажешь, что да. Это правда. Меня эта хуйня не устраивает. Она ошибалась. Хуже этого должно быть. 5 минут, поэтому я предлагаю молчание и усердство. Хуже здесь, этого должно быть. Андрей, покажи, пожалуйста, вот здесь. Следы паники. Вроде бы очевидно простое задание. Сейчас грозит одной из участниц вылетать. Помолчи, пожалуйста. Одна вылетает, но две потеряли свою обувь уже. Она может делать то, что хочешь. Она давит на тебя. И у нее неплохо получается. Я сказал бы, блядь, она давит на всю нашу команду. Она давит на каждого человека. Я думаю, что после этого они должны давать друг другу жесткие задания. После этого, вот я говорил, должен быть момент, когда девочки разозлятся, и тогда начнется какая-то хуйня. И вот после этого сейчас все должно пойти немного иначе. Здесь за столом, и у нее отлично получается. Здесь, у них должно было появиться чувство мести какое-то друг к другу. Но все равно лучше это не будет. Меня это не устраивает. Нет. Это должно устраивать задание. Это ты не подошву сделала, а просто ткань по кругу. Так, Алина, ребята, я в курсе. Да. Я в курсе. Я в курсе. Хватит спамить. Зато не видно. Уходи. Кто тебе мешает? Ну, блядь, ты говоришь, чтобы ты не могла ходить. Ага, беременная. Ну, блядь, уже этого точно не будет. Ты выбрала. Ты вот посередине разорвать. У тебя-то китайский у меня, блядь. Это какие, бля? Какая марка? Никакая. Ну вот, тем более. Ты вначале вообще про это не... Про это... Бля, надеюсь, она сейчас вылетит, я серьезно. Хуйни вообще не говорит. Так что, блядь, закройся. Задание звучало, знаешь как? Порвать свои кроссовки в клочья. Да. И когда придет время,
Мы сравним, кто справился лучше с заданием. Я вот тоже грызла нахуй из-за тебя, нахуй, блядь. Это, блядь, пиздец, унижение. Я запускаю таймер на 10 минут. Бля, 5 минут, блядь, дохуя же пошло. На 10 минут я ровно делаю такие же условия, которые были у тебя. У меня нет цели. Опять провести девочки. Тебя дальше или ее. Ужас. Это все видят зрители, и они тоже это могут оценить. Время пошло. У меня разделаны вещи. Так это ж ты сама разбила. Вопрос был о кроссовках. Аска. Вот ты оторвала вверх, а она оторвала низ. И пока ваш результат одинаковый. Осталось 9 минут. 9 минут? Зубами попробуй. 9 минут. Таймер запущен. Вот, пожалуйста. Я проебала. Нахуй ждать, она выиграла, заебал. Я ее уже понимаю, нахуй, у меня глаза есть, нахуй, не слепая. Все, пока, нахуй. Я съебываю. А где она? Бля. Это не выпуск, это просто пиздец какой-то. А ты-то где был, блядь? Ты не увидел, как она ушла? Как нет? Соседик. Спасибо большое. Блядь! Жизнь бывает несправедливой. Сегодня не мой день. Не бойся, ты пойдешь в следующий сезон и выиграешь. Ну что, произошел форс-мажор, участница просто покинула игру, садись, просто вышла из-за стола, уровень накала, представляете? Это здесь еще у нас не играет вот эта музыка. А мне сколько минут оставалось? У тебя оставалось 7 минут. Давай, я тогда 7 минут проиграю. Пожалуйста, но ты сказала, что не будешь делать, но давай, 7 минут тоже есть, тратьте это время. Это ваше время. 7 минут. Как угодно, блядь. Давай, 7 минут. Давай, сука, еби на. Стой! Успокойся. Как угодно можно, говорила так. Стой. Давай, вон там на полу делай, давай. Это пиздец. У тебя осталось 6 минут 41 секунда. Блять, я еще встану нахуй! Так а толку, если я уже задание выполняю? Что с тобой? Клотья! Пиздец. Иди нахуй, сука. Я безумно хочу оставаться объективным. Именно поэтому я продублирую задание. Порвать кроссовки в клочья. Самое главное условие, чтобы потом кроссовки невозможно было одеть. Надо было китайские надеть. Купить китайские в смешных ценах. Итак, твой результат. 2 кроссовка, вырванные язычки. Но я знаю точно, что если сунуть сюда ноги и затянуть шнурками, в них можно будет пройти. И я знаю то, что здесь практически невозможно узнать кроссовки. Это... Ой, я порвал их. Клочья. Давай я узнаю. Ты проиграла. А, ура! Вот это самая настоящая страсть. Это то, ради чего нас смотрят. Да. Да похуй. Ты считаешь, что справедливость прошла? Да, все, охуенно прошло. Ты потрясающий игрок. Да. Игрок, который дает ему прощаться, да, но ты, да, проиграла. Ходить не могла, а, блядь, меня заставляет подошву нахуй рвать. Я бы за эти минуты бы, блядь, в клочья бы разорвала, блядь, всю, весь верх. Было? Они меня заставляли, блядь, в подошву нахуй.
рвать. А главное подошва. Бля, хую разъеб. Вот так происходит. Приходит абсолютно нормальный, спокойный человек, но дальше игра ее настолько раззадоривает. Помимо того, что она выливает из себя все, что не может держать, в ней появляется потрясная игровая агрессия, в которой она так хочет победить, но не знает, что и как. И ее тело и мозг помогать в этом ей не собираются. Очень жаль, пока-пока. Ну а нам пора продолжать. Четвертый раунд! Ой, бля, чё? Сожрать мышь. Фу. Нет слов. Нет слов совершенно, девчонки. Я, честно говоря, шокирован прошлым раундом. И вы не должны быть шокированы человеком. Потому что жизнь у каждого из нас может повернуться в любую секунду так, что мы сами даже можем не проконтролировать эту ситуацию. Итак, это следующий раунд. Нас становится все меньше и меньше. Как вы поняли, что дружеский смех легко может смениться истерией, и смерти может быть подвергнут любой из нас. Например, паук, блять. Он живой остался? Чтобы вы... Там сало? Где вы и что и как? Там сало, блядь! Сейчас игра идет уже жестко. И каждое задание может быть последним. Вы знаете, что это за мышь? И это не просто мышь, она какает. Я... Чтобы вы понимали, какой ужас я навожу на людей. И на мышей. Я ее взял, и она обосралась. Прямо сейчас мы начинаем следующий раунд. Ты загадываешь задание. А мы продолжаем игру. Прямо сейчас мы узнаем, кто самый сильный из этих девчонок. Если бы вам предложили миллион долларов, но сказали взять эту мышь за хвост и ее засунуть в рот, и съесть живую. Вы бы это сделали? Да. Ебать, вы живодеры. Живую мышь, вот эту вот, крыса или что это. Вот так вот за хвост взять и в рот ее. И проживать прям. Переживать и проглотить. Честно, я не знаю. И даже за миллион долларов я не знаю. Я не знаю. Типа, это пиздец. Это пиздец. А я узнаю, какая ты на вкус. Бля, она упала. Блядь! Ты не сможешь. Давай, сделать глоток соевого соуса, блядь. Ну. Пить целую вот эту банку за 2 минуты. О. Ну, это уже, как бы скажем так, ну, что-то уже посерьезнее. Да, тут хотя бы время есть. Не глоток, а целая банка. А только что это? Итак, еще раз. Да. Давай подытожим. Выпить соевый соус. Соевый соус. Кажись, я нашел свою будущую жену, блядь, нахуй, блядь. Подпивасник, спасибо за 5 евро, блядь, нахуй. За 2. Я ставлю. Давай, у тебя есть какое-то желание? Нет. Ты что, живешь без мечты, без желаний? Да. Ну, серьезно, ну, давай так. Ты сейчас озвучиваешь свое желание. Это опасно? Если ты выпиваешься за 20 секунд, я его исполняю. Чё? Чего? Давай так, ты сейчас озвучиваешь свое желание. Если ты выпиваешься за 20 секунд, я его исполняю.
Хочу самолет за 4,5 миллиарда. Тот самый, мы обзор смотрели. Ладно, хочу 300к. Вот тут как бы за этот выпуск, соответственно, победитель получает 300к. Хочу эти 300к здесь и сейчас, прямо сейчас. Выполнит? У меня есть младший брат, и он очень сильно хочет себе ноутбук. Я покупаю ноутбук твоему брату, если ты выпиваешь это за 20 секунд. Блядь, могла бы 300к попросить, на эти бы деньги купила бы ноутбук, и еще бы осталось дохуя. Это что, это просто пластмаска? Всем привет, я Саша, и мне бы 35, нахуй. Готово? Раз, два, поехали! Десять секунд! Пау! 12 секунд! 12, мать его, секунд. Я поздравляю тебя. Спасибо. Я поздравляю тебя. И твоего брата, да? И поздравляю твоего брата. А как брат зовут? Тимофей. Тимчик, зайчик мой. Поздравляю тебя. Теперь у тебя новый ноут. А мы... продолжаем. Нахуй ноут. Лучше бы компьютер нормально попросила. Проиграешь. Я думаю, что ты не сможешь съесть две головки чеснока. Мы смотрели выпуск, где чел, точнее, челюха съела весь чеснок, все головки. За 2 минуты, по-моему, или сколько там, или за 5 минут. Две дольки. Или как это называется? Дольки? Да. Две дольки чеснока. Ой. Без учета времени? Это 10 секунд хватит. Ну, давай за 2 минуты. Два зубчика. За 2 минуты. Окей, я смогу это сделать. Чё она так это? Чё с ней? Она осознала, что если вдруг та не выполнит, то ей придется жрать чеснок. О, да. А, ей плохо. Я сегодня всю хуйню, что связано с острым. Чё, блядь? Она, может, осознала, что хуйню попросила. Надо было просить больше. Такая, блядь, нахуя? Какой ноутбук, блядь, какой брат? Он меня все равно пинает каждый вечер, блядь. А я не могу понять, кому нужно время? Кому нужно время, чтобы, блядь, две головки чеснока съесть? До тех пор, пока до каждого из участника не дойдет то, что тебя будут заставлять есть, страдать. Мы будем загадывать вот это. Что? Ну давайте. Раз, два, три. Ой, дура. Она решила по чуть-чуть чеснок жрать. О-о-о-о. Ну за 2 минуты, ну ребят, ну 30 секунд она там все съела. Я не знаю что. Я не знаю, что говорить. Разумеется, пить соевый соус не следует, это может закончиться неприятными последствиями. Судорогами можно оказаться в коме в зависимости от того, сколько соуса выпито. Если такое произошло, следует срочно без отлагательств обратиться за медицинской помощью. А в 1 литре соевого соуса находится примерно 100-180 граммов соли, а это смертельная доза для человека. А там сколько было? Ну. Все? Молодец. Дай я скажу за нее.
и я смогла это сделать. Среди вас есть только один человек. Он победитель. Это альфа-самка. А остальные из вас проигравшие. Чё? За мной. Чё? А остальные из вас проигравшие. Куда? За мной, Андрей. Не рвайся. Пойдем за стол. Пойдем за стол. Пойдем за стол. Если ты выиграешь, ты закончишь игру. Нет, мне просто плохо, мне душно. Ты посидишь, ты посидишь. Мне очень душно. Все нормально. В этом суть игры. Ты можешь просто взять и сказать, я не могу. Ты можешь сказать, я не могу, мне нужно в туалет. Ты можешь сказать, я хуже вас здесь всех и уйти. Это вы, когда уходите с моего стрима. Пойдем за стол. Если ты выиграешь, ты... Так, где? Не рвайся. Пойдем за стол. А я такой, пойдем на стрим обратно. Куда ушла? Пойдем за стол. Пойдем за стол. Если ты выиграешь, ты закончишь игру. Нет, мне просто плохо, мне душно. Ты посидишь. Что факт, блядь? Мне очень душно. Все нормально. А если реально хуёво, зачем он ее заставляет? Ты можешь сказать, я не могу, мне нужно в туалет. Ты можешь сказать, я хуже вас здесь всех и уйти. Договорились? Хес и чат, вы просыпаетесь тут утром, а рядом с вами та дикая якутка грызет кроссовки. Ваши действия. У меня кроссовки стоят, ну не кроссовки, обувь. Стоят $1300. 1400. Алиса. $1400 в рублях. 85 057 рублей 28 копеек. Боюсь, что такие... кроссовки она сгрызть не сможет, потому что качество — это первое. Второе, если она реально это бы сделала, ебать, я бы заставил ее платить мне деньги, ебаный урод, блядь. 80 тысяч рублей. А я продолжу. Ну что? Что, теперь никто не веселится? Нет. Ведро! Ведро! Ох, ебать! Этот раунд закончен. Осталось 4 человека. И прямо сейчас мы продолжаем. Ребят, абсолютно разные люди к нам приходят. Абсолютно. Так, стоп, а что, она отказалась, типа, или что? Проблевалась и дальше могла бы в таком случае попробовать. Разные люди приходят доказать себе что-то, переломить себя где-то. И где вот этот слом, никто не знает. Потому что не только ты управляешь. В смысле нельзя блевать? Это как-то вообще? Нельзя по правилам? Но и организм тоже является частью тебя. Ты проиграла. Ну я не знал, что нельзя. Я думал, ты должен выполнить задание, ну типа выпил, а там, ну, можешь и проблевать. Потому что цель же выполнена, ты выпил, блядь, все. Какая нахуй разница? Спасибо, блеван, за эту игру, было все классно, безумно круто. Я советую всем сюда сходить и испытать свои эмоции. Все. А, сейчас, уже еду. Хо-хо-хо-хо-хо. Как она прыгала. Как она... прыгала, вы только вспомните это. Боролась до конца, но ее организм сказал, нет, тебе пора прекратить, и вы меня больше не увидите. Сказал бы я, но, ребят, после таких прыжков я не могу остановиться. Я еще раз хочу сказать, что... Да ты заебешь, блядь. Как бы это ни звучало... Такой формат поддержки, потому что я не хочу вас просить и умолять куда-то что скидывать, я прошу вас смотреть на сиськи, просто за бабки. Да заеб уже.
Еще и за бабки, блядь. У него тоже есть приватный канал, что ли? Я просто там как бы не рассмотрел. Осталось 4 человека. И я прямо сейчас... Я бы с той якуткой пива спил, каждый день смотрел Хесуса, блядь, нахуй, блядь. Даже не жалко, если бы она разъебала мой iPhone 13 Pro Max. Подпивасник, спасибо за 5 евро. На одного победителя. Но никто не знает, кто это будет. Один из вас пройдет финальный стол. Среди вас должна не то что копиться злоба, а необоснованно задаваться вопрос. Почему кто-то из вас кучу говна поел, а кто-то просто проехал. Минус игры, минус моих правил. Таймер моей коробки запущен. Я безумно хочу, чтобы она кому-то из вас выпала. Ты не сможешь отрезать волосы. Половина вот так вот головы под ноль вот здесь вот, насколько это возможно, ножницами. Я не смогу этого сделать. Бля, черт возьми. Волосы это... Вы мне дадите поиграть. Сзади ты если отрежешь, но не видно будет за волосами. У меня один вопрос. Ты бьешь себе татуировки. Ну. Храм тела. Ну, волосы это он... единственное, что я никогда не трону. А вообще. Почему? А ты делала это когда-нибудь до этого? Ты когда-нибудь меняла свой имидж? Ты нет. Когда-нибудь представляла, что ты можешь быть лысый? Ты когда-нибудь. Ну, половина это вот даже меньше, чем у меня. Ты? Готова была рвать зубами. Я играл в эту игру, и я скажу тебе точно одну вещь. Волосы отрастают. Минута, полная тишина. Участники не имеют права с друг другом разговаривать. Одна минута, таймер пошел. Да, но если бы я там был, я бы тоже отказался. То есть, если бы мне прилетело задание побрить башню, я бы сказал, пошел нахуй, я этого делать не буду. Поэтому, ну... Просто у нее-то нет башни, что ей, блядь, терять? Ну, волосы будут чуть короче, ну и ладно. А вот у меня башню не, башня это святое. Пошел. А нахуй приходить тогда? Не знаю, я бы и не пришел поэтому. Потому что я не понимаю, какое бы задание мне выпало. Поэтому я и не пойду на Габару никогда. Срезать волосы максимально коротко под вот этой части. Слушай, я прекрасно помню задание, я предложил ей помочь. Хочешь, я помогу тебе? Готов на себя взять ответственность за все это. Ой, бля, минус дреды или что это? Именно так и в таком виде ты проходишь дальше. А ты слабачье. Мы продолжаем. Я как будто в диком дежурне нахожусь и как будто говорю то же самое, что типа нахуя вы тогда пришли? Все что угодно, только не волосы. А что тогда? Что тогда, я не могу понять. Съесть что-то. Я официально. Не, ну Габар по факту, он может быть и грубо говорит, но говорит по факту. Там половина длины волос не ее, это синтетика. Она восстановить эту же синтетику и сможет на оставшейся длине. Вот та которая дреды что ли сделала? При всех глазах говорю, что ты самое слабое звено за этим столом.
Тебе тут не место. Я рада, то, что я пришла сюда, потому что я хотела как минимум просто посмотреть, что это такое вживую, и я довольна. Я считаю, что таким там реально не место. Я имею в виду тем, кто хочет просто посмотреть, блядь, сиди дома, смотри видео тогда и все. Нахуй ты приходишь и портишь впечатление, типа, ну, не принимай участия никакого. Габар мудак. Злой мудак, но... Не злой, а по факту говорит, как есть. Вот это тройка, ребята! Две ожесточенные львицы, которые готовы разорвать любого на своем пути. И одна девчонка, которая просто доехала. Меня тоже она злым называет, хотя просто говорю по факту, блядь. А мне говорят злой. А я не злой, блядь! Сюда на трамвае. Так удачно правила ее обходили. Кто? Вы заметили, там среди всех участниц есть одна, которая до сих пор еще пока даже ни разу ничего не сделала. Она вообще пока участие даже не приняла. А она просто сидит и молчит. Она вообще даже нихуя не делает. Реально. Останется в финале. На кого поставить? Может быть, не просто так она... Там одничан сидит, которая ни одного задания не сделала. Ну а я что говорю? Витольд, спасибо за ничего время. Ничего не делала, а копила все свои силы, чтобы разорвать в конце все? Или прямо сейчас мы увидим, она не делала ничего, потому что она ничего не даже. Прямо сейчас напишите в комментариях. Да помню. Давай, что тут? Быстренько. Давай, ага. Кисель? Что? Помада? Ого, ебать. Три человека. Финал дадут только двое. Я желаю каждому из вас удачи, потому что прямо сейчас здесь, за столом, остались самые сильные и самые лучшие. Какие самые сильные, блядь? Вот это вот сидит, ничего еще не сделала, блядь. Сильная, вообще ужас. Ты не сможешь выпить полностью всю эту бутылку, без ограничения времени не выблю все это. Скажи это казаху какому-нибудь, он посмеется тебе в лицо, блять. Он 5 литров этого выпьет и еще добавки попросит, блять. Господи. Как будто бы это что-то ужасное, это вообще-то полезная тема так-то. И там, по-моему, бутылка 0.3 или 0.5. Можно безумно плохое задание заменить безумно... Я вообще-то это пробовал, оно нормально. Типа, блевать точно не тянет. Хорошим исполнением. Она просто кислая. Типа, возьми, блядь, и сделай. Всем я потому что мамой. Очень сильно расстроен. Поехали! Раз, два, пошла! Надо было взболтать, дура. Ну ладно. Если до этого вы не считали себя какими-то жесткими и так далее, но я хочу вас предупредить. Что это? Один из вас... Ну что-то типа кефира, только более таким, такой разбавленный, более жидкий кефир. Всхлестнется в конечной битве с самыми жесткими отморозками. А чё она торопится-то? У неё же нет времени никакого. Пей потихоньку, блядь. Ну да, солёный он ещё, соленоватый. Куда торопиться-то, я не понимаю. Ебать кабан, блядь. Вы слышали этот звук? Нет. Нет? Дизи, хеллоу! Спасибо за 85 месяцев при подписке третьего уровня.
Я не позволю за этим столом остаться слабакам. Сейчас еще блеванет, блин. Я смогу это сделать. Ты не сможешь с помощью этих восковых полосок брови себе отхерачить или что? Продепилировать себе все лицо. Давай. Полностью. Все. Хорошо. Я смогу это сделать. Ой, фу. Ты мне поможешь наклеить? Да. Поможешь наклеить? Давай. Если я тебя не блю. Случайно. Первое задание, и все, нет бровей. Я не могу стоять, мне плохо. Давай, ты тогда. Хорошо, хорошо. Я гей. Хорошка, наконец, не так. Хорошо. Алинар, спасибо. Продолжай. Короче, я такую историю вспомнил, просто офигеть. Не вспомнил. Ты не сможешь выпить весь соус табаско. Не сможет. И это тоже не сможет. Пиздец. Я думаю, она сейчас откажется. Я не смогу это сделать. Что? Вот я именно. Я не смогу это сделать. Как? Нет. Ты волосы себе отбрила. А ты чего боишься? Я не уговаривать тебя пришел. Не, я понимаю, просто говорю то, что я не смогу это сделать, я уверена на 100%. Сделай хотя бы глоток. Чисто попробую для приличия могу. Не-не, там пиздец. Я знаю, что это за соус. Это пиздец, нет. Ты готова доказать, что ты не просто так приперлась сюда? Конечно. И она не сможет. Пошла быть на меня. Прошу Че? Обратить внимание на мой комбез. Вы. Да пошел ты со своим мерчом, блядь. Или шо у тебя там? До свидания. Так, конечно, ты не просто так приперлась сюда. Конечно. Ну, вот то, что она остановилась, это уже все. А, зря. Екатерина, спасибо за 120 рублей. Ой, я в ахуе. Пойду полетаю на частном самолете за 4 миллиарда. Давай. Вот так. Втряхани себе. Давай. Здание начало работать. Вот так. Как угодно. Встряхивай. Давай. Вот так. Хорошо. Да, это выглядит, конечно, странно. Да. Хорошо, давай. Вот так. И не останавливаться. Вот так. Это звук воли к победе, зая! Давай! Тащи! Не сделаешь, ты просто так отсидела нахрен здесь 6 часов и пропустишь... 6 часов уже? Пиздец. Ты человек, с которым ты даже не знакома! Взялась! Из него рвется демон! Блядь! Он сейчас сам в этот табаско соус превратится, блядь. Вот так, хорошо, давай. Поворачивай. Не, нормально, ой. Нормально, да? Она сидела 6 часов. Вообще, ей так везло, и тут просто резко. Ей вырывают брови, блядь, потом в рот ей заливают табаско. Просто 6 часов тишины, спокойствия, а тут просто ее ебут жестче всех. Очень много.
Очень много. Очень много. Сильнее. Нет. Бля. Не знаю. Нахуя тогда начинать было? Зачем ты сдавалась задание? Ты неужели не могла обдумать? Что бы сделал я, блядь, если бы мне выпало такое задание? Естественно, из этого безумного дозатора я бы не стал пить. Я тоже думаю перелить куда-нибудь, потому что мне невозможно его оставить. Если ты хочешь вернуться в игру, скажи, и я согласую с нашими участниками время, которое их устроит. Мы дадим шанс. Или вы против? Твое слово. Ну, я думаю, если минуту за минуту выпьет, то окей. Можно я куда-нибудь перелью, мне неудобно? Мы сейчас пытаемся это решить, потому что стоит вопрос о том, что ты остаешься в игре или нет. Минута? Да. Минута, да? Ну и не блевать, конечно. И ты уже не такая охуенная подруга. У тебя есть только одна возможность, чтобы остаться в игре. Взять и выпить сразу. Итак, прямо сейчас. Человек, который несколько раз пытался залить себе в горло табаско, не смог сделать, но увидев ведро, в которое нужно вырвать, почувствовал, что реально бесполезно. Бесполезно несколько часов просидела, ни хрена не сделала, и прямо стыдоба. Я покидаю этот зал. У тебя нету ни минуты, нету ни секунды. И если ты выпиваешь, ты продолжаешь игру. Зараз, да? Зал. Чтоб ты понимала, в ресторанах и в кафе табаско добавляют ровно 2 капли в добавление в острый соуса, чтобы он был чуть острее, но это пиздец. Не, серьезно, это очень опасно, типа, блядь. Это желудок там, я не знаю, что он тебе скажет, но спасибо точно нет. Я начинаю нервничать. Сейчас. Ну давай уже. Она сейчас скажет нет, она передумает, смотри. Я смогла это сделать? Да ты не торопись. Я, к своему глубочайшему сожалению, вынужден... О, бля, ничего себе. Мне тоже надо выпить тут кое-что. Все так и говорит, психопат. Девчонкам говори по факту, но само существование формата. Это уже сигнал санитарам. Надеюсь, он стерилен и говорит, можно не ждать. Надеюсь, он стерилен и говорят, можно не ждать? Не понял, бля. Профессиональный осуждатель, спасибо тебе за 666 рублей. Смотри, я тебе что скажу. У него формат такой, понимаешь, это формат шоу. Поэтому тут вопрос в том, что когда люди приходят туда, зачем потом, типа, возникать, что ебать, ну это жестко. Ну, блядь, были моменты в этом шоу намного жестче. То, что мы сейчас смотрим, это еще хуйня. Полная, причем. Поэтому, когда ты идешь туда, ты как бы автоматически же даешь согласие на то, что, ну, будет пиздец. На то оно и шоу Габара. Поэтому это и люди-то смотрят. А вот сидеть потом и говорить, что это жестко, ну, блин.
Понятное дело, туда люди пришли кушать не пирожное, не мороженое. Да и тем более, причем тут Габар, когда задания дают люди, участники, а не сам Габар. Он лишь только наблюдает, да, может поорать там, блядь, жуй, глотай. Не жуй, точнее, глотай. Вот. Свидетельствовать факт, что ты проиграла. Ты проиграла в одном шаге от финала, ты лишила шикарных волос. И ты уходишь. А какие шикарные волосы, эти дреды, которые лепятся на волосы короткие. Похуй вообще. Пока. Она, по сути, ничего не потеряла. Не хотела уходить на таком моменте. Да, это моя слабая сторона, острая, но я максимально попробовала и сделала то, что могла. Но я пришла сюда за эмоциями, за тем, чтобы делать мясо. В плане себя, то, что мне показалось мясом, я смогла сделать. И приходите сюда, испытывать новые чувства, новые эмоции. Почувствовать эту атмосферу здесь, это очень классно. Но люди, на самом деле, мне кажется, они немного пиздят, когда говорят, что пришла за эмоциями. Не. Они все пришли сюда за деньгами. Просто не получилось. А когда не получается, что тебе хочешь сказать? Ну, конечно, я сюда пришла за эмоциями. Но чаще всего, ну, нет, кажется, все-таки за деньгами люди приходят. Сколько денег? Ну, тут 300 тысяч. Габару респект, я просто, ну, в шоке. Ну что, такие эмоции? Ну это что-то, блядь, не знаю. А это что за говно? У кого-нибудь есть хоть малейшие догадки, что сейчас нужно сделать? Кто быстрее выпьет? Кисель? Вот так испытание! Через нос. Выпить кисель через нос. Не, ну ты знаешь, ты права. Победит тот, кто быстрее выпьет кисель. Но только есть маленький минус. Надо выпить весь кисель носом. Поехали! А дышать маткой, значит. Профессиональный осуждатель. 80% всего, чем ты пользуешься, придумали психопаты. Ты предлагаешь их всех стерилизовать, чтоб вы попали в каменный век. Витольд, спасибо тебе за 3 евро. Любая капля... Тайминг. Да, кстати, я что-то даже внимания не обратил. Ой, бля. Мимо должна быть доработана. Со стола. На соперницу смотри, накинулась и сосёшь носом, понятно? Сосать носом это что-то новое. Но вот это сосет неплохо носом. Бля, да там можно 2 часа сидеть сосать носом. Смотри, она сколько отсосала, а ничего не уменьшилось даже. На самом деле, зависит, наверное, еще от носа. Какой у тебя нос, там, строение этой перегородки, блядь. Если у тебя ноздри широкие, то, наверное, легко. А если ты там какой-то... Вот я бы... Мне кажется, я бы смог. Тем более после ринопластики. Левой ноздрёй. Сейчас правая у меня не особо. У меня, как и у всех людей, по-моему, если я не ошибаюсь, ноздри дышат по-разному. Сначала левая заебись, потом правая заебись, потом левая заебись. Вот. Вечером высмакиваться будет. Вкусно. Вкусно. Спасибо, что кисели не табаско. Хесус, не по теме вопрос. Но пох, какие у тебя были любимые игры в детстве, видеоигры? А, Шенму. Моя любимая игра. Sleep me... Короче, спасибо тебе за 120 рублей. Half-Life еще первая часть. Бля, это пиздец.
Мне просто интересно, Габард сам пробовал это сделать? Фу, блядь. Стоп! Просто посмотрим. Нихуя не происходит. Готов войти в эту безумную схватку? Я не знаю, как это. Я не принимаю. Бля, он сейчас попробует тоже. Участие в главном зале. Не, ну у него Настяра-то, блядь, здоровый, конечно. У них там носики, блядь, как у котиков. И этот со своим шнобелем пришел такой. Ну я сейчас тоже, блядь, смотри. Он сейчас одним вздохом, блядь, всосет в себя вместе с стаканом, и этот стакан у него через задницу вылезет, блядь. Чё-то, естественно, девчонки участвуют, а я просто... Ща накинется, смотри. ...контент и пытаюсь разнообразить всю эту штуку. Не, ну, блядь, ну там Насяра пиздец, ну реально, одним вздохом можно бы засосать весь кисель. Похоже на кокаин. Ой-ой, осуждай. Ох, охуеть. Блять. Вы как будто реально там не кисели занюхнуло, а что-то другое. Охуенно, бля. По кайфу вообще. Охуенно. Вечеринка у нас. Он походу сейчас только осознал и понял, какое он вообще задание дал. Ну, бля, не, это совсем пиздец. Отмена полная. Сейчас еще все операторы подключатся. Все такие кисель носом хуярят. В смысле все? Что за хуйня, блядь? Тяжело. Ну какого хуя? Да пизда, все. В смысле все? Что-то дно. Второй раз, блядь, не смогла финал пройти. Если мы с тобой одинаково закончим, что будет? Нам они не идут, конечно. Вообще. Блять, ну он полстакана уже. Блять. Завалиться. Леться, блять. Сука. Я думал, свет вырубили. Что все? Сейчас плевать буду. Слабачье. Сидеть. Слабачье. А сам сидит. Сидеть. Упс. Это же просто кисель.
Даже стаканчик не выпил, а чё блевать-то? Я бы изи засосал. Но все, она проиграла. А нахуя ты продолжаешь это делать-то? Всё. Ебать, он просто выпил такой, типа, и все. Ей чуть в лицо не прилетел охуенно стакан. Охуенно кисель. Еба. Хочешь выиграть? Допивай. Что? Так она ж блеванула, алё. Другой сказал. Тогда. Ну та выиграла автоматически после того, как та блеванула, разве нет? Чем дышать просто, вот все, ну все забил. Так высморкайся, не запрещено Я все понимаю, не о том. Он делает формат, где люди друг друга заставляют страдать за деньги. И это звоночек сам по себе. Витольд, я не предлагал ничего. Если может и хочет, пусть плодится. Профессиональный осуждатель. Спасибо тебе большое за донат. А какой нахуй звоночек? Он делает шоу для людей и все. Может быть, это звоночек для тех людей, которые смотрят это шоу и кайфуют с этого, а не для него. Он-то просто типа делает шоу. А вот те, кто смотрит это и, типа, кайфует с этой хуйни, а тут, возможно, для нас с вами звоночек, ребят, для 11 тысяч человек. Что мы сидим и смотрим это. А чё ты? И ты, блядь, алё, нахуй. Ты, Кейт, ты тоже тут сидишь сейчас эту хуйню смотришь. Чё ты смотришь-то, блядь? Ребят, давайте на секундочку прервемся и вернемся к ивенту, который есть. Да не надо мне тут рекламу. Рада? Да. Это очень тяжело, но я очень рада. Пиздец, самая тихая, сидела 6 часов, ничего не делала, и в итоге... Ты пришла именно за этим? Я пришла попробовать себя. И как тебе? Когда я дошла до третьего с конца, получается, я обесилась жутко, потому что... Ты это... не играла. Я не играла, это ну, можно считать, что это было нечестно. Сейчас ты поиграла. Да, сейчас я поиграла, я очень рада. Не будет ни одного слова, которое хоть немного могут задеть твое самолюбие, потому что ты шикарна. Сделала все, что могла. И я поздравляю тебя с тем, что ты прошла в полуфинал.
проиграла только потому, что не смогла. Мы тебя больше не увидим. Пока. Спасибо. Я пришла чисто по фану еще раз. Хотела, так сказать. Да, да, все по фану приходят. Снова попробовать на вкус. Абсолютно нет сил. А по проволоке сели на вкус. Я хочу тебя поздравить. Бля. Я хочу тебя поздравить. Спасибо. Сегодня за столом было играть немного тяжелее. Потому что больше соперников. Если всегда играла 6, теперь играла 8. Хоть протерлась и бы. И вне зависимости от того, что ты просидела какое-то время и сложилось негативное впечатление, что ты можешь дойти до конца, не играв. Я очень хотела поиграть. Ты поиграла. Это деньги не ради которых ты пришла. Да нет. Это твои. Да нет. Подожди еще раз. Это деньги не ради которых ты пришла. Да нет. Не ради денег. Там ты что гонишь, какие деньги? Да брось. Я просто кисель хотела носом выпить. Ребят, я не ради денег стримлю тоже. Ну вообще-то это так и есть, блядь. Твои деньги. Я поздравляю тебя. Поздравляю тебя не с победой. Поздравляю тебя с тем, что ты по жизни сильный человек. Ты огромная молодчина и... Подожди, а сколько? 300 тысяч там? Это только лишнее подтверждение, что... Там не 300 000, а сколько? Ты можешь добиться абсолютно. А почему 30, если в названии 300? Всего чего. Блядь, не понимаю. Ну, не, ну это пиздец. Спасибо. Я думаю, увидимся в финале однозначно. Я не думала, что я как-то окажусь здесь. Я приходила совершенно не за этим. Я просто хотела попробовать себя, хотела драйва, хотела 300. Трэша, хотела поиграть. Бля, ну не знаю. Может быть тогда и не ради денег, учитывая, что там всего лишь 30 тысяч. Я в финале. Надо быть полным дебилом, блядь, чтобы ради 30 косарей вот такой хуйней заниматься. Ну да, там финал ты еще как бы переходишь, но финал это финал, блядь, там пиздец. Жесть. Чё? Похуй.